очень важно, в первую очередь, для болельщиков, то, что такой проект, чисто футбольный стадион, будут рядом с футболистами и с полем болельщики, поэтому будет, опять же, единое целое. То, что область для команды делает, это большое подспорье. Гордость ребят, то, что они своей игрой, наверное, давали какой-то импульс и руководителям, что приняли решение такое, и не только начать стройку, а уже она скоро закончится. В настоящее время ведутся бетонные работы по заливке двух трибун, которые будут закончены к 15 июня. И уже в настоящее время ведется внутренняя отделка помещений, штукатурка под трибунных помещений. И уже будем готовы приступить к монтажу покрытия футбольного. Когда все здесь освободится, вывезется тяжелая техника, мы уже приступим непосредственно к внутренней отделке пола. Компактность этого стадиона, скажем так, подразумевает такую определенную энергетику для болельщиков, и для футболистов. Все, кто здесь работает в настоящее время, они по-настоящему вкладывают свою душу, понимают, для чего это строится, сами будут ходить на этот стадион и, конечно, будут болеть за нашу любимую команду.